Женя посвятил мне песню, но это для меня не обязательно. То, что он посвящал песню своим там бывшим девушкам, это не значит, что мне он должен посвящать тоже песню. Было бы приятно тебе. Было бы приятно, но я не буду выпрашивать песню. Ребят, вот смотрите. Мне не нужна выпрошенная песня. Смотрите, какая ситуация получается. Вот сейчас мы сидим, об этом говорим. Потом, допустим, я уже пишу, например, Насте песню. Я там, не знаю, там через месяц, там через две недели там ей посвящаю песню. Все скажут, так это мы тебя тут все подбивали на это. И как бы, ну так это.